Олег, продолжай. Не между собой, а работу за Гинтера Ставыча, помощник главного тренера. Слушай, готов. Тренер вратарей. Да, тренер вратарей. Будем так говорить, да. Слушай, экспресс-режим, пожалуйста, ваш вопрос. Да. Чем про Гинтера? Ну, главный вопрос, наверное, первый касательно Игоря Тимофеева. Сегодня он не тренировался. Действительно ли, как заявил главный тренер вчера на пресс-конференции, проблемы с пальцем, ничего более серьезного? Нет, пока врачи наши еще не обследовали как следует, там у него проблемы с голеностопом. Он не может наступать на ногу, чувствует боль. По вчерашнему матчу, вот этот пенальти, где Игорь оказался в заложенной ситуации, фактически выходил, чтобы, видимо, да, сократить угол обстрела, а в итоге снес футболиста. Вот кто здесь прав, правильно ли действовал, на ваш взгляд, в этой ситуации? Нет, Игорь в этой ситуации действовал правильно. Там было рикошет, и если бы он не пошел, и игрок Катара был бы первым на мяче. А так как он из-за рикошета траектория изменилась и чуть-чуть опоздал, и получилось так, как получилось. Можно ли по вчерашней игре утверждать, что центральные защитники усложняли жизнь нашим вратарям, потому что голос углового забивался, тоже проспали, фактически оставили одного игрока. И много было ситуаций, когда защитники не перехватывали передачи, и тем самым, ну, фактически выходили один на один с нашим вратарем в первом тайме. Ну, то, что вы сказали по стандартам, это правильно. Там мы не держались игровой дисциплины, у каждого был игрок, и просто тактически очень при этих двух моментах сыграли неправильно, занимали неправильную позицию. И еще вопрос по Станиславу Крючку. Насколько довольны его действиями? Да, потому что человек выходил с замены, фактически он не разминался. Даже, наверное, можно утверждать, что не был готов вот к стуле скорой и преждевременной замене. Ну, вы не правы. Он был готов, он разминался. И каждый вратарь знает, мы это обговариваем, что может всякое случиться. Он был к этому готов и вышел очень, считаю, хорошо. Как вы сказали, это не так легко сразу со скамейки выйти и сыграть. В сборной как происходит вызов вратарей? Это Станислав Саламович именно выбирает? Или вы даете? Мы обговариваем, смотрим всех вратарей. Сейчас решили, что вот эти трое вратарей играют на высшем уровне и заслуживают играть в сборную. Вот к Саславу Джанаеву были такие вопросы, в том числе и Кафанов потом, ну, комментирует вот по матчу с Коста-Рикой, что он ловит мяч уже, так скажем, за линию, глубоко играет на линию. Это тоже такая определенная особенность, ему так удобно, сказал Кафанов? Или вы замечали, что это? Это у каждого вратаря есть свой стиль, и он этого стиля придерживается. Если он этой своей игрой в том году доказал, что это ему приносит пользу, значит, спасибо большое. Спасибо, ребята.